Итак, исламский шариат – это шариат справедливости, мы сказали с вами, но здесь что нужно добавить? Это шариат справедливости, но этот шариат не ограничивается справедливостью, он призывает к тому, что сверхсправедливости. Он обязывает справедливости, но призывает к тому, что еще сверх этого. А что сверх этого? Великодушие и прощение. Но какое прощение великодушия? Прощение великодушия с достоинством. Прощение великодушия, при котором не наносится вред. Здесь нет такого принципа, что если кто-то ударил тебя по правой щеке, подставь ему левую, пусть дальше бьет. Нет, не так. Сказано, что ты имеешь право воздать человеку ровно тем же, это твое право. Это право, потому что это справедливо. На зло только такое же зло, и не больше ни в коем случае. Но лучше, если ты простишь, с достоинством. Конечно, если в этом есть польза. Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Ваджазау сейятин сейюага сейятун мислюга». «Ваджазау сейятин сейятун мислюга». Воздаянием за зло является равное зло. فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُ عَلَى اللَّهِ. А кто простит и уладит, то есть его прощение приведет к благу, то его награда на Аллахе. إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Поистине он не любит беззаконников, не любит несправедливых. Дальше. Это такая религия, которая обеспечивает сплоченность общества. Так что общество становится единым. Потому что эта религия, она пресекает все вещи, которые могут привести к разногласиям. Все, что может стать причиной ссоры, разобщенности, разрыва связи между людьми в обществе, эта религия запрещает это. Пример. Если посватался ты куда-то, к какой-то невесте, другой не может пойти туда свататься, пока ты сам не откажешься от этого сватовства или пока не откажется невеста. Потому что, если человек пойдет свататься к невесте чужого человека, это приведет к чему? К раздорам и разобщению. Нельзя перебивать покупку или продажу какого-то человека, если какой-то человек уже договорился, что ему продают что-то за какую-то цену. Нельзя приходить туда и говорить, я у тебя куплю за большую цену, дай мне. Если только это не аукцион, конечно. Так что все просто что заранее договариваются, что будут соревноваться друг с другом в продаже, в цене. Или наоборот, в продаже нельзя перебивать продажу кому-то, кто-то уже продает кому-то, договорились, тот человек хочет купить, или уже купил, и вдруг кто-то приходит и говорит, нет, купи у меня, я тебе продам лучше и дешевле. Нельзя.